Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекции читает Украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.30 по воскресеньям курс «Лечебное питание. Природа для восстановления здоровья». Научный руководитель Стремоухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопросы лектора». 17.00. Курс «Актуальные вопросы оториноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Завлатников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Курс нефрологии. Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30. Объединенный курс «Неврология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков. И курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00. Курс по общей врачебной практике. Читает Стремоухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенье. Курс «Живые легенды». Уникальные интервью с корифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров на сайте www.edu-pediatrics.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-serrano.ru. До встречи в выходные! Ассоциация «Серано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Серано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Серано»? «Серано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Серано». Здравствуйте. Мы продолжаем наше занятие.
И сегодня у нас лекция по блокадам ножек пучка ГИСа. То есть если в прошлый раз мы с вами рассматривали блокады на уровне узлов синоатриальным и атриовентрикулярным, и вы помните, что они могут быть там выше, ниже узла, то дальше, ниже уже атриовентрикулярного узла, идут, и мы даже упоминали эти пучки, идут ножки ГИСа. И вот вы видите на рисунке, что после атриовентрикулярного узла возбуждение идет по двум ножкам пучка ГИСа, соответственно, в правый желудочек и в левый желудочек. Значит, правая ножка идет в правый желудочек, левая ножка идет в левый желудочек. И в левом желудочке левая ножка делится на переднюю левую ветвь и заднюю левую ветвь. И, соответственно, блокироваться может каждая из этих ножек. То есть возбуждение по вот этому, по этой ножке может прерываться по правой ножке, по передней ветви левой ножки и по задней ветви левой ножки, или просто по левой ноге пучка ГИСа. Вот на всех этих уровнях существует описание, как же выглядит ЭКГ, если происходит блокада возбуждения на уровне этих ножек. Но, соответственно, просто вот чтобы вы поняли электрофизиологию этого процесса. Если блокируется возбуждение по правой ножке пучка ГИСа, то сердце сначала возбуждается слева, а возбуждение к правому сердцу приходит чуть позже. И с точки зрения электрофизиологии это будет похоже на левожелудочковую экстрасистолу. То есть когда сердце возбуждается сначала с левого желудочка. То есть по сути эти процессы абсолютно одинаковы. Блокада правой ножки, вид блокады правой ножки будет похож на экстрасистолу из левого желудочка. Просто один раз это понять, и вы будете очень легко ориентироваться. А дальше нам с вами надо выучить, как выглядит на ЭКГ блокада правой ножки пучка ГИСа. И если мы запомним эти признаки, все остальное прям вот пляшется от этой блокады правой ножки. Потому что все остальное будет с точностью до наоборот. Итак, блокада правой ножки пучка ГИСа. Вот она у нас заблокировалась. Что мы будем иметь на ЭКГ? Вот здесь нам в помощь правые грудные отведения. V1. Смотрим на V1. И что мы в нем видим? Расширенный желудочковый комплекс, похожий на букву М. Вот он большой и с отрицательным Т вышел. Вот это классическая картина блокады правой ножки пучка ГИСа. Давайте я прям зачитаю. Наличие в правых грудных отведениях V1, V2, реже в отведениях от конечности третьим ЭВФ, комплексов QRS, имеющих М-образный вид. Наличие в левых грудных отведениях, соответственно, значит, в правых грудных у нас М очень большой. В левых грудных что должно быть? Все наоборот. Очень глубокое S. Итак, наличие в левых грудных отведениях и в отведениях 1 и АВЛ уширенного, нередко зазубренного зубца S. Видите, я вас не обманываю. То есть вот тут все, что надо запомнить о блокаде правой ножки пучка ГИСа, расширенный комплекс QRS, похожий на букву М в правых грудных отведениях. V1, V2. Все, если вы это запомнили, то вы знаете, что в левых грудных отведениях V5, V6 будет глубокий S. Естественно, что будет увеличение длительности комплекса QRS больше 0,12 секунд. И наличие в отведении V1 депрессии сегмента RST с выпуклостью, обращенной вверх, и отрицательного двухфазного симметричного зубца T. Но это как последствие вот расширения этого комплекса. Все, вот это классическая картина блокады правой ножки пучка ГИСа. Опасно ли это состояние? Для взрослых – да. Потому что появившаяся блокада, во-первых, с чего она вдруг появилась? Значит, или у нас с вами нагрузка на правое сердце, да, расширение правых отделов сердца, или у нас атеросклероз определенных отделов, и, соответственно, нарушено проведение по этому. Если у взрослого человека блокады не было, а она вдруг появилась,
Это нехороший прогностический признак, потому что он говорит о том, что где-то в сердце есть гипоксия. И надо проводить другие исследования. Почему? Потому что за блокадой правой ножки пучка ГИСа на ЭКГ больше ничего не видно. Она маскирует все другие изменения сердца. Поэтому для взрослого человека блокада правой ножки, если она вдруг возникла, это нехорошо. Если он с ней живет всю жизнь, ну, мы имеем в виду, что за ней вообще ничего не видно. То есть там может происходить изменения в других отделах сердца. За блокадой правой ножки пучка ГИС мы их не увидим. У ребенка это вариант нормы. И со временем блокада правой ножки пучка ГИСа у ребенка может пройти сама собой. Но это вот отличие взрослых и детских ЭКГ. Дальше все у нас с вами пойдет легко, потому что мы с вами выучили главное. Блокада правой ножки пучка ГИСа, ее отличительные признаки. Неполная блокада правой ножки пучка ГИСа. Ну что там? Ну, соответственно, она будет, просто комплекс будет расширен не более 0,12 секунд, а комплекс будет 0,10-0,12 в этом диапазоне, 0,11 секунд. То есть изменения будут менее выражены, чем при полной блокаде, но тоже будут и приблизительно такие же. Блокада левой ножки пучка ГИСа сразу двух ветвей, и передней, и задней, для того, чтобы просто, ну, как альтернатива блокаде правой ножки пучка ГИСа. Итак, если блокада правой ножки пучка ГИСа у нас была расширенный комплекс В1 вверх, буковка М, да, и дальше отрицательный, то при блокаде левой ножки пучка ГИСа, ну, вы уже догадались, что у нас комплекс будет В1, комплекс будет вниз. Тоже такая же буква М, но только симметрично вниз. И, соответственно, зубец Т у нас будет положительный. То есть в правых грудных отведениях основной комплекс КРС расширенный будет направлен вниз, в сторону зубца С. А в отведениях В5, В6, в левых грудных отведениях мы будем видеть картину, похожую на то, что было в правых грудных отведениях при блокаде правой ножки пучка ГИСа. То есть опять расширенный комплекс и немножко расщепленный, похож на буковку М. Это будет у нас в левых грудных отведениях при блокаде левой ножки пучка ГИСа. Двух пучков этой ножки. Вы видите, здесь написаны эти признаки, вы видите ЭКГ, как оно выглядит. Здесь оно уширено до 0,16 секунд при норме, до 0,12. Ну, вот такие признаки блокады левой ножки пучка ГИСа. Если мы говорим о двух пучках одновременно. Если мы будем говорить о передней ветви левой ножки пучка ГИСа, то признаки будут похожими, но менее выражены. И вы видите вот этот пример ЭКГ, где, в принципе, ну, чуть уширенный комплекс, чуть раздвинутый, но признаки блокады, они, их выдает только резкое отклонение электрической оси сердца влево. А так достаточно мягко они выражены. Если же мы с вами посмотрим блокаду левой задней ветви пучка ГИСа, здесь ее выдает тоже некоторое расширение комплекса, более широкий зубец R в грудных отведениях и резкое отклонение электрической оси сердца вправо, при этом угол больше, чем 120 градусов. И вы видите признаки всего этого на данной электрокардиограмме. Неполная блокада левой ножки пучка ГИСа, двухпучковая, то есть передняя и дальняя. Но тоже все аналогично. Вот вы видите расширенный комплекс в левых грудных отведениях, с отрицательным Т, с такой вот зазубринкой, но при этом расширение где-то в пределах 0,11 секунд, то есть оно не очень выражено. Вот, то есть тоже все те же признаки, но только меньше выражены. Блокада правой ножки и левой передней ветви ножек пучка ГИСа. Но это уже просто вот для гурманов. Очень редко бывает, и тем не менее бывает. Вот вы видите, что с одной стороны в правых грудных отведениях мы видим М-образный комплекс, и это яркий признак за блокаду правой ножки пучка ГИСа, но при этом в левых грудных отведениях остается широкий расширенный зубец R и вместе с S. Вот этот расширенный зубец R в левых грудных отведениях на фоне блокады правой ножки пучка ГИСа это говорит о том, что у нас есть еще одновременно блокада и левой передней ветви пучка ГИСа.
Блокада правой ножки и левой задней ветви пучка ГИСа. Тоже вы видите признаки расщепления комплекса КРС в правых грудных отведениях. Похоже все на буковку М. И вот эта буковка М, она сохраняется у нас аж до В4, что нетипично для чистой блокады правой ножки пучка ГИСа. И признаки отклонения электрической оси сердца вправо, все они говорят о блокаде левой задней ветви пучка ГИСа на фоне блокады правой ножки пучка ГИСа. Вот вы, перед вами признаки ЭКГ, особенно посмотрите и на стандартное отведение. Здесь вот это сочетание двух блокад, оно особенно выражено. Неполная блокада трех ветвей пучка ГИСа, трехпучковая блокада. Ну, это красотища, страшное дело. На ЭКГ признаки. Теперь мы соединяем те знания, которые мы получили на предыдущем занятии, и то, о чем я сегодня рассказывала вам. Итак, ЭКГ признаки атриовентрикулярной блокады первой или второй степени. Вот вы видите на данном примере интервал ПК 0,26 секунд 0,19. То есть он все время увеличен. То есть у нас один пучок – это блокада атриовентрикулярного узла. И к этой блокаде прибавляется еще блокада двух пучков, которые идут дальше вниз. Да, вот на второй ЭКГ у нас даже выпадение комплекса есть. Атриовентрикулярная блокада второй степени. То есть П сократилось, но возбуждение по атриовентрикулярному узлу не прошло. Итак, один пучок – это атриовентрикулярный узел. А теперь два пучка ГИСа – правой и левой. К чему это приводит? К уширению комплекса. И вот такой расширенный М-образный комплекс из желудочков. Вот вы видите ЭКГ признаки полной блокады двух ветвей пучка ГИСа любой разновидности из тех, которые мы с вами только что все подробно прошли. Полная блокада трех ветвей пучка ГИСа, трехпучковая. Что это? ЭКГ признаки атриовентрикулярной блокады третьей степени. Ну, помните, мы с вами заканчивали вчерашнее занятие. Зубец П бьется в своем ритме. Предсердия сокращаются тогда, когда им положено. Но дальше возбуждение не проходит. Атриовентрикулярный узел у нас блокирован. И желудочки бьются в своем ритме. Предсердие так, желудочки медленнее вот так. Ну, приблизительно так. Вот, то есть все самостоятельно. Предсердия бьются сами по себе, желудочки сами себе. При этом импульс идет из желудочков. И поэтому сам комплекс, он будет расширен и увеличен по времени. Ну и осталась у нас с вами такая вишенка на торт. Это синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Или то, что пишется синдром ВПВ, сокращенно Вольфа-Паркинсона-Уайта. Ну, это состояние, связанное с нарушением проводимости. И как оно диагностируется? Ну, во-первых, интервал ПК у нас будет меньше, чем 0,12 секунд. И самый характерный признак для синдрома ВПВ. Это дельта-волна, то есть такая волна, которая возникает перед зубцом R. Ни при каких других состояниях такой волны не возникает. Вот эта дельта-волна, она характерна, это отличительный, абсолютный признак для синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. Что это значит для данного пациента? Но это нехорошо. Этот пациент находится в группе риска на развитие самых различных аритмий. В начале нашего разговора я вам сказала, что если блокируется проведение по правой ножке пучка ГИСа, то изменения на ЭКГ будут как при левой желудочковой экстрасистоле. И вот здесь на этом рисунке написано, что вот, например, формирование лево-желудочковой экстрасистолы. То есть более раннее возбуждение идет в левом желудочке, вот, и чуть медленнее проходит возбуждение вправо. Соответственно, вот вы видите комплекс лево-желудочковой экстрасистолы. В правом грудном отведении он будет расширен, и зубец R будет расширен вверх. Ну, вы сами видите, это похоже на блокаду правой ножки пучка ГИСа. И, соответственно, наоборот, правожелудочковая экстрасистола будет похожа на блокаду левой ножки пучка ГИСа. И вы видите глубокий зубец S в правых грудных отведениях. Какие еще существуют желудочковые аритмии? Но самая часто встречающаяся желудочковая аритмия – это вот желудочковая экстрасистола из разных отделов.
Они могут быть из правых отделов сердца, из левых отделов сердца. Они могут быть политопные. Значит, сами по себе желудочковые экстрасистолы не страшны. Сейчас уже никто желудочковые экстрасистолы не лечит антиаритмиками там или еще. Просто если они очень частые, то можно там использовать бета-блокаторы. Но, в принципе, само по себе это не очень опасно. Вот. Хотя очень частые желудочковые экстрасистолы в итоге чисто теоретически могут привести к более значимым нарушениям желудочкового ритма, таким как пароксизм желудочковой тахикардии, когда желудочки начинают сами по себе достаточно быстро сокращаться, или к фибрилляции желудочков. Это практически фатальное состояние, когда они и отдельные волокна желудочков начинают сокращаться. То есть нету нормального сердечного выброса у желудочков. Это все нехорошо, но все вот это принципиально как бы лечится вот кардиовертер-дефибрилляторами. Вот, то есть если эти состояния становятся жизнеугрожающими. Групповые желудочковые экстрасистолы, ну, выглядят они достаточно страшно на ЭКГ, вот вы видите примеры, но сами по себе, я говорила, то есть жить с этим можно. Откуда появляются желудочковые аритмии? Это одно из проявлений острой или хронической сердечной недостаточности. И это главная причина внезапной смерти, острой сердечной недостаточности и тромбоэмболии. Ну, понятно, если у нас желудочки не сокращаются так, как положено, вот, то возникает состояние острой сердечной недостаточности, или образуются тромбы, вот, или сердце просто останавливается. Так что лечить надо не аритмию как таковую, а причину этой аритмии, да, с чего она вдруг началась. Скорее всего, она связана с перегрузкой сердца по каким-то другим причинам. Ну, причинами как раз желудочковой аритмии может быть ишемическая болезнь сердца, может быть дилатационная кардиомиопатия, и к ней могут приводить пороки сердца. Ну, пороки сердца у нас существуют. Оперативное лечение пороков сердца, дилатационная кардиомиопатия, существует пересадка сердца, а ишемическая болезнь сердца мы восстанавливаем коронарные сосуды и делаем стентирование коронарных сосудов. Так что все эти формы лечатся, но лечатся в основном хирургически. Я еще хотела остановиться немножко, это мой последний слайд на сегодня. Я уже упоминала по поводу того, чем сейчас лечат желудочковые нарушения ритма. Вы понимаете, это общая информация, но чтобы вы понимали основные принципы лечения. Итак, первая степень доказательности у нас выделена, она зеленым. Что можно применять? Бета-блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Это верошпирон и эплеринон. Сакубитрил, валсартан тоже вошли в эту группу. Применение вот этих трех групп препаратов снижают риск внезапной смерти, и они рекомендованы пациентам с сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса и желудочковыми аритмиями. То есть, если мы говорим о терапии такой консервативной, то вот три группы препаратов, которые можно назначать пациентам при таких нарушениях, при желудочковых нарушениях ритма. Чем принципиально лечат этих больных и что реально продлевает им жизнь? Имплантация кардиовертер-дефибриллятора или сердечная ресинхронизирующая терапия дефибриллятором. Такие сокращения или названия достаточно сложно для нас еще выговариваемы, но суть – это все приборы, которые имплантируются в сердечную мышцу, которые отслеживают этот ритм сердечной мышцы и в нужный момент производят дефибрилляцию сердечной мышцы. Но это уже кардиохирурги решают, в каких ситуациях какой из этих приборов более рекомендован. Итак, вот эти дефибрилляторы рекомендованы для отдельных групп пациентов сердечной недостаточности и сниженной фракции выброса. Посмотрите уровень доказательности. 1А. 1А. А дальше я хотела отдельно обратить ваше внимание на то, что выделено красным. Уровень доказательности 3, то есть не рекомендовано, доктора, послушайте меня внимательно, рутинное использование антиаритмических препаратов
не рекомендовано у пациентов с сердечной недостаточностью и бессимптомными желудочковыми нарушениями ритма в связи с риском ухудшения сердечной недостаточности, смерти и противоаритмическими эффектами препаратов. Не используются противоаритмические препараты для лечения желудочковых аритмий. Доказано, что они ухудшают общее состояние и уменьшают продолжительность жизни. Все, что мы с вами можем в этих ситуациях из препаратов использовать, я с этого начала. Бета-блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов и сакубитрил-вальсартан. Все. Все. Я говорю о желудочковых аритмиях. О мерцательной аритмии мы поговорим с вами на следующем занятии. Вот эту табличку вы все-таки себе каким-то образом перепишите, посматривайте на нее. И, конечно, мы с вами тоже должны лечить уже не так, как это делали 40 лет назад, вот, а так, как лечат в Европе современными методами. Должны знать не только признаки электрокардиограммы, что такое блокады, что такое экстрасистолы, но еще и знать основные принципы назначения современного лечения. Спасибо вам большое. Я жду ваши вопросы. До новых встреч.